чтобы можно было устраивать чаепитие. А здесь стоит скамейка, чтобы, если что, можно залезть и посмотреть какую-нибудь игрушку. Пойдем со мной. Здесь у нас надувные звери. А вот на этой стороне все игрушки. Теперь спускаемся. Теперь заходим сюда. Кедр. Здесь у нас масло мята. Ой, вообще не похоже, понюхай. Здесь масло сосна. Вкусненько. И масло пихта. Ты нюхал когда-нибудь пихта? Да, нет, нюхай. Вот, смотрите. Здесь 15 миллилитров баночки. Ну, в принципе, все. Теперь доходим. Здесь вот сама наша баня. Здесь есть, как вы видите, три этажа. Первый – это пол. Если вы не хотите сидеть, вы можете просто стоять. Вот. Второй – это немного повыше. И третий – это очень высокий. И здесь все время жарко. Очень-очень жарко. Здесь наша печка стоит. Здесь есть таймер. До 15 минут. Здесь есть 0, 5, 10, 15. Вот как вы видите, он идет. Слезаем. Здесь у нас, еще раз повторюсь, то, что у нас здесь стоит, что мы брали воду здесь, капали как раз. Какое ты хочешь выбрать? Давай бергамот. Угу. Вот, берем бергамотик, капаем капель 20 так. Я немного переборщила. У меня 21 капля получилась. Немного прям. Понюхай теперь какой. Такой очень острый. Набираем воду. И остается запах бергамота. А это ставим. Бани, чтобы охладиться. Кстати, здесь у нас стоит еще ванна. Это как королевская ванна. Мы могли нажать, и у нас светился. Пойдем. Одеваем наши тапочки. Может случиться пожар. Здесь выключено все. Вся. Можем точно идти. Закрываемся. Утаскиваем ключ. Иди сюда.